С днем ангела, дорогие именинники! Довольно небезопасное дело обличать царя. Если царь, тем более, человек нечестивый, кровожадный, гордый, что самое главное, не терпящий никаких замечаний. Люди, которые пытались вразумить власть имущих, обличить, научить, подсказать, нередко платили за это желание, в общем-то, доброе, кровью, здоровьем и жизнью. Сегодня церковь совершает память пророка Михея, который жил в Израиле во времена царя Ахава, известного своим нечестием. Михей обличал Ахава. В этом Михей был подобен современнику своему, пророку Божьему Илии. Михей говорил Ахаву, что за идолопоклонство, в которое он впал, он будет наказан. Ахав пошел на войну с ассирийцами и там погиб. Было это в 9 веке до Рождества Христова. Дальнейшая история царя Ахава заканчивается, а пророка Михея скрывается во тьме. Мы не знаем, как он умер, однако есть предположение, что он был замучен. Дело в том, что после Ахава царицей в Израиле была его нечестивейшая, даже не просто нечестивая, а нечестивейшая жена Иезавель. Ее сын, ее зять, царь Израиля, тоже были против пророков Божьих, которые обличали ее и ее родню. Поэтому, скорее всего, Михей был замучен. Есть предание косвенное, говорящее о том, что он был заключен в темницу, где умер от голода. Слово «Михей» созвучно для уха нашего с именем Михаил, и оно почти синонимично. Как и Михаил, Михей означает «кто как Бог». Михаил, архистратих Божьего воинства, воевал с дьяволом и ангелами его за славу Божию. Он восстал на защиту как раз правды Господней и был тем добрым рабом и верным, который не пожалел никаких сил для того, чтобы восстановить справедливость. Подобно этому и Михей был одним из тех пророков, которые поборали за правду, душа которых возмущалась нечестием, и они воевали с нечестивцами. Воевали, впрочем, не мечом и не копьем, не другим оружием телесным, воевали словом. Слово может убивать, оно может отрезвлять, может сжечь, может сдерживать, оно может быть уздой, может быть камнем. И вот имея в устах своих Слово Божие, пророки были страшными врагами для всех тех, кто не был с ними согласен. Так и сегодня, так и вчера, так и завтра будет человек, стоящий в истине и говорящий слово, будет гораздо страшнее человека, который стреляет с автомата. Поэтому сегодня мы поздравляем всех носящих имя Михей, а также и Михаил, потому что они и созвучны, и синонимичны. Поздравляем также всех тех, кто борется за истину, всех тех, кто возмущается от неправды, всех тех, кто попирает неправду вначале внутри себя, а потом уже и снаружи. А кроме Михея сегодня много именинников: Феона, Синклетикия, Аполлинарий и Григорий празднуют День Ангела. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.